А у нас вже у студії є надзвичайна гостя, яка знає секрет, як стати популярним. Можливо, і нам з Максом підкаже, як нам зірочками стати справжніми. Так, Льоля Боравльова у нас, медіа-менеджер. Ми вітаємо тебе, Льоля. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброе утро. Медіа-тренер. Медіа-тренер. Це називається медіа-тренер продюсирування. Так. Вопроси які? Давай, поїхали. Перше питання. Як нам з Катєю стати ще популярнішими, ніж зараз? А наскільки ви популярні? Нужно мені оцінити. Як це оцінюється? А як ви самі оцінюєте? На вулиці підходять, я тебе бачив по телеку, я кажу дякую. Такі, та нема за що, я пішов. Ну, а поглядачі нам телефонують. Так, деякі сваряться, дзвонять. Деякі мужики пишуть. Деякі компліменти говорять. Я поняла. Ну, трохи є. Ми хочемо бути взагалі там мегазірками. Можливо, ми можемо стати якимось співочим гуртом, можливо, крутими блогерами. От як ти нас бачиш, так, як медіа-менеджер? До речі, це цікаво. Медіа-тренери. Пам'ять натренувати, так? А потім вже далі будемо говорити. Ні, це прекрасно, це може бути фішкою, якраз постійно щось забувати. Забудь, Катя. Часть образу, фішка образу, зараз ми до цієї теми підберемося. Я так розумію, у вас є поклонники просто, вероятно, вашої програми, які вас узнають, а ми говоримо про іншу популярність, коли твоє ім'я популярне на всю країну, його просто назвали, і все такі, ми знаємо, хто це. Ну ти як бренд, коротше. Да, да, то, навіть називають... якщо тобою не цікавляться, але тебе знають. Угу. Правильно, хочеш, то, що називають маркетологи личним брендом. А на самом деле, чтобы изучить эту науку и рассказать, как становиться популярным, это нужна целая лекция на день-неделя. Угу. Вот. Но мы постараемся тезисно какие-то вырвать яркие моменты сейчас для эфира. Например, если говорить о внешнем виде, об образе, вот разберем, допустим, ваши образы. У нас все... девушки, блогеры, все, кто мечтает стать популярным, они стремятся как-то украшать свою внешность. Тут губы подкачал, чтобы они были идеальными, нос сделал, чтобы он был идеальным. Но они не понимают, самое ценное и самое важное для популярной личности, для популярной, сейчас мы скажем про женщин, для популярной женщины, девушки, это не быть красивой. Самая плохая телеведущая – это та, которая... идеально красивая, mm-hmm. потому что телеведущая должна быть интересная, чтобы человеку было за что зацепиться, чтобы можно было ее выявить среди тысяч других таких же одинаковых. Вы, конечно, красивая, вот, но когда нет какой-то выпирающей детали внешности, ну, выпирающей, я имею в виду яркой, цепляющей, мы это создаем другими методами, сейчас расскажу, какими. Но я о чем говорю. Если у вас сильно длинный нос, если у вас там необычный овал лица, необычная прическа, например, там очень кучерявые волосы, это нужно оставлять, наоборот. Нужно, и плюс, помимо такой аутентичности, сейчас ценится, конечно же, и искренность, потому что это раньше мы придумывали образ ведущему или музыканту, вставляли туда человека, и вот так вот с ноги беги этот образ раскручивай. А в житті людина могла бути зовсім слухай, різною, Льоля. Так? Да, Льоля. А ми наоборот щас делаем. А можна робити, наприклад, фішку Катяного образу в тому, що вона там більш спокійна, ніж я? Вона така, знаєш, урівноважена така дівчинка породиста. Значить, це все не так просто. Для а як сказав Михайло Поплавський, скромність – перший шлях до невідомості, ти знаєш? Ага. Скромний чоловік може бути популярним. Можемо, для примера, привести Стіва Джобса. У нього образ дуже такий здержаний. Ну, це, звісно, теж розроблений бренд, для того, щоб його сприймали люди. Якщо говорити о том, як зробити конкретного чоловіка популярним, для початку його потрібно, звісно, ісследувати, щоб зрозуміти, з чого він состоїть і які його черти ми можемо правильно приподнести. Но вернемося к внешності. Наприклад, що касається образу. Вот вы сейчас одеты так, как, я так подозреваю, вас одевают стилисты, видимо, канальные. Ну, бывает. Но вы одеты, естественно, в соответствии с требованиями аудитории. А аудитория у нас, мы знаем, что в основном украинская аудитория, основное телевидение – это домохозяйки примерно 35 лет. Даже если у вас аудитория моложе, ну, вот так вот считывают. То есть это более какой-то классический, всем понятный стиль одежды. А если мы хотим... выделяться, то нужно поработать со специальным прям фэшн-медийным стилистом, которому нужно поставить правильную задачу. Например, разработать классную силуэтность. Что такое силуэтность? Если мы с вами вспомним Майкла Джексона, если его нарисовать в тени, вот просто силуэт Майкла Джексона, его все равно признают. Конечно, потому что у него шляпа, вот этот кучерявый песик, у него особенная поза, у него особенные штаны, у него особенные туфли с носками, мы все узнаем, что это он. Фредди Меркьюри,
маникюре то же самое. Да. Вот это его позочка, Буса. Куртка, да, обязательно усы, и микрофон он держит на укороченной ножке. Понимаете? То есть в чем прикол силуэтности? Так, если простыми словами, устроен мозг человека, что любые объекты, которые мы видим, в первые там доли секунды мы считываем именно образ, силуэт, очертания геометрические, да, и эту геометрию просто нужно специально разработать. Это, конечно же, зритель не будет такой смотреть и поклонник, ага, вот какая геометрия. А давай, слухай, давай на прикладе когось из наших там зірок, ну, наприклад, Павла Дзеблова. Джері Хейл, так, вона класна. Да, про Джері Хейл. Познакомились мы очень давно, долгая история нашего знакомства, но это было как раз на этапе, когда она уже записывала каверы, она уже начинала писать какие-то свои песни, но не было популярности. И она узнала, чем я занимаюсь, я делаю шоу, и поскольку мы в шоу делаем популярными просто простых личностей и там добавляем популярности телеведущим, экспертам, мы начали эти все методы пытаться применить на ней. И помимо вот всего, что мы делали, частью было разрабатывать ей образ. И, естественно, когда вы только начинаете этим заниматься, нужно тестировать, нужно разные пробовать образы. И один из образов, как раз, который мы обсуждали, это вот у нее прическа гульки. Ну, дальше так. У нее есть красные стрелки, которые она себе любит рисовать особенные. Поначалу она выбирала массивный верх. У нее тоненькие ножки и вот такие платформы. Вот. Дальше, это то, что мы обсуждали. Если это нарисовать в силуэте, это потрясающий, запоминающийся силуэт, но это, у этого образа, конечно, у нее молодежный образ, он немножко такой фриковатый, это так и задумывалось. Но дальше она уже работала со своей командой, со стилистами, они уже пробовали дальше. Пижаму, например, это ее одна из любимых повседневных одежд, они начали тестировать как образ пижаму, теперь еще другие образы тестируют. И это все работает. Причем работает, это не значит, что мы должны ждать только позитивную оценку. Оценка может быть и негативная, главное, что это цепляет, вызывает интерес. Вот в чем прикол. То есть вы понимаете. И плюс нужно, конечно же, разработать какие-то визуальные стигматы, визуальные триггеры. То, что мы, ну я не знаю, насколько у вас можно называть конкретные имена украинских популярных ведущих людей, но мы все знаем ведущую, у которой есть шляпка. Ну, так, шляпка, это, да, это и силуэтность, и, конечно же, это также и триггер визуальный, ну, грубо говоря, там красную помаду вы могли себе придумать, и все бы вас по ней узнавали. Но это нужно разрабатывать в соответствии с тем, какие пустые ниши по образам есть у нас в Украине. Так, если такие люди вже є, то варто подумати, що своє. То есть это можно сделать с каждым, но это только часть огромной работы, потому что помимо образа, насколько нам интересно говорить о том, как становиться популярным, я могу дать какую-то инструкцию, как самому себя создать. Или можем поговорить о том, как, допустим, эксперту стать популярным с помощью телевидения. У нас на самом деле попасть на медиаплощадку не так сложно, очень легко. Вопрос в том, как... талант-шоу, например, такие очень швидко запалюють людей. В принципе, есть четкая инструкция, как туда попасть. Но попасть и остаться, там, зацепиться, так, чтобы тебя хотели дальше вести, и чтобы это все, это вся схема, весь механизм делал тебя популярным, для этого нужно для начала подготовить свой образ, подготовить свою историю, хорошенько проработать, поработать над своим сленгом. Ну, в общем, кучу составляющих деталей своего образа, своей харизмы. Мы это называем персонажность. У маркетологов это личный бренд, у нас у сценаристов это все сценарные методы. Мы называем это персонажностью. И вот есть некоторые люди, вы знаете, врожденные персонажи. А есть люди просто, которым можно утрировать то все ісконне, що Макс, народжений персонаж, чи потрібно якось його акцентувати на чомусь? Давайте на завершення вже, так тому що дуже мало часу. Так, у нас вже майже завершення ефіру, давай так тезисно на Катіне питання. Я згадаю це. Ну, на самом деле, ну, сейчас у Макса образ, конечно, не проработанный. То есть он, да, вы выглядите классно, это понятно. Вы симпатичный, харизматичный, вы явно на своем месте, вы классный ведущий, но, как мы понимаем, этого недостаточно для того, чтобы стать
всеобщепопулярный, нужно более детально разработать ваш образ. Но для того, чтобы это сделать, как я сказала, нужно сначала вас исследовать. Для этого нужно с вами сесть и примерно день брать у вас интервью и выяснять ваш психологический портрет. Конечно, это не так просто, что мы сели, ага, я придумала, вы сейчас оденете кожаный пиджак, вельветовые штаны там, и зеленые туфли, все, вы будете популярным. Нет, мы посмотрим, что у вас есть, мы придумаем, как вам это правильно позиционировать, нести. Другими словами, это имиджмейкерство, разработка имиджа. А, то, что у нас в политике, допустим, происходит, там имиджи разрабатываются. Также само разрабатываются имиджи для всех, для блогеров. Ну, это то, чем как раз я и занимаюсь. Все, я зрозумів, Катюнь. Розумів, потрібно працювати нам над собою. Я тобі після ефіру як влаштую імідж-мейкерство. Так, шановні, будь ласка, показуйте Льолю Боровльову, медіатренер. Так? Да. Це вірно, сценарист, людина, яка точно знає, як вам зробити успішний образ і образ, який дійсно вистрілить в вашу аудиторію. Так, я думаю, цікавими були теми для розмови, і ви знайшли для себе багато корисного. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби було ще більше. Так, коли ви знайшли наш канал, підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, бо дзвіночок – це запорука оперативної інформації.